Шла вообще избирательная кампания, ну и первый результат нашего последнего. Результаты еще только первые, действительно, еще нужно дождаться окончательного подведения итогов, но одно уже можно сказать точно, явка превысила предыдущие избирательные кампании, поэтому первое, что я бы хотел сказать, это благодарность всем красноярцам, жителям края, которые сейчас проявили действительно активную свою позицию и в эти 3 дня нашли время, возможность и желание прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, доверить управление Красноярским краем, доверить управление городом, делегировать нашего представителя в Государственную Думу для того, чтобы мы действительно могли те насущные проблемы, которые сегодня есть, превратить в задачи, в управленческие задачи и начать эти задачи планомерно поступательно решать в городе, в крае, без поддержки федерального центра. В итоге, хоть и первое, но все равно мы все понимаем, что, скорее всего, результат он так или иначе уже предсказуем, если так можно сказать. Все-таки с чем работать придется? Вот какие-то первые Знаете, действия, планы. вне зависимости от того, кто в итоге наберет наибольшее количество голосов, работать, очевидно, есть чем. Мы получили очень большое количество предложений, вопросов, предложений, замечаний. И на базе этих предложений сформированы четкие направления, в которых нужно двигаться. Я не сомневаюсь, что мы сможем, объединив усилия исполнительной законодательной власти, местного самоуправления, привлечь внимание федерального центра, превратить эти направления в конкретные программы действий. И уже в ближайшее время эти программы действий станут частью нашего трехлетнего плана, трехлетнего финансового плана. В ближайшее время правительству нужно будет завершить формирование проекта краевого бюджета на ближайшую трехлетку. Соответственно, в этом бюджете уже должны быть отражены все эти реальные проблемы, которые на сегодня есть. Это и вопросы дорог, это вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, развития инфраструктуры, поддержки инвестиционных проектов, все то, что будет определять будущее Красноярского края. Спасибо Спасибо большое. большое. Спасибо. Спасибо всем.